Տաքացեք, տաքացրեք, պահեք բարձր դրամադրությունը և դիմավորեք հայկական ջերմությամբ նրան։ Սոսո Մամլիաշվիլի! Սոսո Մամլիաշվիլի! Երևանի սիրուն աղջիկ, ունքեր էդ կամար, аплодисменты, дорогие друзья. Ереван и Сирун Ахчика, Тбилиси, Каркин, Тгай, Катарман. Дорогой Сосо, ты спел на армянском, позволь мне сказать на грузинском. Шени сулис чириме. Что это было вообще? Еско хоку цаватанем, айтенц.
Եվ այս պահին թույլ տվեք հրավիրել բեմ մեր շատ սիրելի հայրենակցին Գարիկ Մարտիրոսյանին այնքան բարձր ենք ծափահարում Բարի երեկո թույլ տվեք խոսալ ռուսերեն որովհետև ցավոք սրտի ոչ բոլոր վրացիներն են հասկանում հայերեն դեռ Շնորհակալություն Дорогой Сосо Я хочу сказать что в этом году Это я для зрителей говорю, и телезрители сейчас нас смотрят по всему миру. Сосо Павлиашвили исполнилось 55 лет в этом году. Наконец-то! И вы знаете, в каком бы уголке мира ни был человек, у кого бы он ни спросил, все скажут, что грузины – исключительно музыкальная нация. Музыкальные способности грузин – превосходят музыкальные способности других народов. И настолько крутой Сосо Павлиашвили, что он лучший певец из всех грузин. Вы представляете? Лучший из лучших. Сосо за все 55 лет спел на грузинском языке огромное количество песен. На русском языке, на английском, на испанском, на итальянском. И, наконец, в 55 лет... Друзья, пик творческой карьеры, вершина музыкального творчества Сосо, песня на армянском языке. Прими от меня лично и от всех поклонников твоего творчества этот скромный приз. Браво, Сосо! Браво! Браво! И браво, Гарик Мартиросян! Гарик Мартиросян! Спасибо, мои дорогие. Пусть великие песни объединяют наши сердца. Пусть великие песни нас ведут к Богу, к миру, любви, к добру. Всегда ваш Ахпер, ваш грузинский Ахпер. Ваш старый седой грузин. Ваш Сосо Павлиашвили. Спасибо Богу, что вы есть в моем сердце и в моей жизни. До новых встреч. Сосо Павлиашвили. Спасибо.